Наташа, чай готов. Включай телевизор, сериал начинается. Хорошо. Странно. 30 лет, холост. Такой красавец и не женат. Наташ. Ой. А что это за парень? Да, так, в друзья попросился. Друзей надо заводить в реальной жизни, а не в интернете. Вот так вот будешь дома сидеть, вообще замуж не выйдешь. Мам, у меня нет такой цели выйти замуж. Ну, тебе скоро 30, пора семью заводить. Ты моя семья. И вообще, давай больше не будем про это. Угу. Ну ладно, включай. Натуля, вставай, а то на работу опоздаешь. Мамуль, привет. Угу. И пока. А завтра? Опаздываю. Наташ, ну как же так? Ну перестань, ну... Опаздываю. Алло, Ром. Привет. Я дома. Ты приехал? Артём? Девушка, а вы где водить учились? А что такое? Вы меня вообще-то вчера заперли. Я из-за вас выехать не мог. Ой, извините, пожалуйста, я просто только права получила. Знаете что? Вы водить сначала научитесь, а потом садитесь за руль. Привет, Артём. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Папа, это наша новая учительница. Наталья Николаевна. Ну, я не знал. Как-то неловко получилось. Сергей Юрьевич, папа Артема. Наталья Николаевна, очень приятно. Вы извините меня, пожалуйста, за вчерашнее. Вы правы, мне еще нужно потренироваться. Ничего страшного. Все в порядке. Ну что, Артем, идем на уроки? Маша, какие у тебя красивые цветы. Они растут у бабушки в деревне. Даня, ты нарисовал слона? Это не слон, это мой кот. А почему у него такой большой нос? Мама говорит, если он и дальше так много будет есть, у него отрастет хобот. Потом принеси нам его фотографию. Нам будет интересно на него посмотреть. Конечно.
А кто это у тебя на радуге? Мама. А почему она сидит на радуге? Она умерла. И папа сказал, что она сейчас на радуге. У тебя замечательный рисунок, Артём. Дети, оставьте рисунки на партах, идите отдыхать. В следующий раз делай аккуратнее. Да, да, обязательно получится. Хорошо? Ну ладно, иди. Привет. Привет. Оль, присмотри за моими, я отойду. Хорошо. Тихонов Петров, ну вы что, на стадионе, что ли? Спокойно идите. Угу. Вот это еще проверьте. Наталья Николаевна? Да? Что-то не так в документах? Возможно, в личном деле одного из учеников есть ошибка. У кого? У Артема Захарова. Сейчас уточню. Нет, не нужно, спасибо. Я сама. Ну, хорошо. Спасибо, Оль. Куда так спешила? Я дело Артема Захарова смотрела. Он на уроке сказал, что у него мама умерла. А в деле записано, что мама Людмила Захарова. Может быть, ошибка? А может, мачеха? Наверное, новая жена Захарова усыновила Артема. Может быть. Только я должна была об этом знать. Кстати, не забудь, сегодня идем в кафе отмечать Игорешин проект. Хорошо, не забуду. Ребята, скорее, скорее. Девочки, Варя, Даша, идемте. Скорее, скорее, скорее. До свидания. Приходите к нам еще. Заходи. Добрый вечер. Здравствуйте, нас ждут. Пожалуйста, проходите. Где же они? Оль. А, вот вы где. Ты уже пьешь? Ну, я так, вина немножко для аппетита. Я тебе дам для аппетита. Пересаживайся. Наташ, проходи. Привет. Привет. Опа. Ну, чё? Знакомь. А, это Дима, мой друг. Здрасте. А это Наталья, они с Ольгой вместе работают. Очень приятно познакомиться с такой красивой девушкой. Здрасте. Вы уже что-нибудь заказали, кроме вина? Нет. Вас ждали. Держи. Так. Что у нас сегодня в меню? Артём, папа пришел. Папа! Эй! Привет, сын. Привет. Я ждал тебя. Ну, прости, старик. Раньше не мог приехать. Дел по горло. Привет, любимый. Привет. Устал? Да так, самую малость.
Ну тогда мой руки, ужин на столе ждет тебя. Сейчас, сейчас, немного дух переведу. Ну, рассказывай. Ну, как дела в школе? Много уроков задали? Нет, только прописи. Я хочу тебе кое-что показать. Давай. С тобой Артем ведет себя очень хорошо. Меня вообще не слушается. Я не знаю, что с этим делать. Мила, Артеме 7 лет. Все дети в его возрасте не поседы. Ты слишком многого от него хочешь. Будь с ним помягче, и он к тебе потянется. Поговори с ним, Сереж. Нет, дорогая, ты сама должна найти к нему подход и завоевать его доверие. Не забывай, он потерял маму. Смотри! Ну-ка! О, какая красивая радуга! А это кто? Мам. Скучаешь по ней? Да. Так, Артём, уже поздно. Пора спать. Я хочу еще провести время с папой. Ну, нужно соблюдать режим. Тебе завтра рано в школу. Еще завтра тренировка. Так, Артем. Режим это серьезно. И если его не соблюдать, то можно заболеть. Ты же не хочешь заболеть? Хочу. Так, ну-ка перестань. Давай так договоримся. Я расскажу тебе интересную историю, а ты мне пообещаешь тут же заснуть. Согласен? Согласен. Пошли. Привет, дорогая. А что это за ботинки стоят такие? Ты меня в очередной раз решила с кем-нибудь сосватать? Наташа, это не то, что ты думаешь. Я только что сбежала с одних, смотри на другие. Наташ, пойдем в комнату. Я представлю тебя очень хорошему человеку, и потом ты все узнаешь. Пойдем. Дорогая, ты прости, что я не подготовила тебя к встрече. Ну... Все произошло так неожиданно. Роман приехал, сделал мне предложение. Все так внезапно. Любовь моя, я просто понял, что пора. Мам, почему ты раньше не сказала, что у тебя есть такой замечательный мужчина? Нин, почему ты раньше не сказала, что у тебя есть такой замечательный мужчина? Мы просто с Ромой знакомы со школы, и он был в меня влюблен. Я думал, да. Ну... Тогда ничего не сложилось. И вот прошло столько лет, и... И все сложилось. Теперь я с моей любимой Ниночкой. Ром, ты же знаешь, как тяжело мне далось это решение. Мы с Наташей всю жизнь вместе. Мам, да ты что? Главное, чтобы ты была счастлива. Я очень счастлива. Ну и слава Богу. Главное, чтобы все были счастливы. Ну, что за вас? Идешь спать?
пока нет. Надо еще материалы посмотреть для завтрашнего совещания. Сереж, я хотела кое-что обсудить. Да, что? Не пора ли убрать фотографию твоей бывшей? Нет, не пора. Но просто уже 2 года прошло со дня ее смерти. И что? Она мама Артема. Я понимаю, что я не заменю Артему маму, но я стараюсь. А вот это вот, это лишнее напоминание. И не только для него. Мила, да сколько можно? Мы с тобой 5 лет женаты. Все хорошо. И все это время рядом с нами постоянно маячит призрак твоей бывшей. Мила. Нужно жить настоящим. Сейчас рядом со мной ты. И я люблю тебя. Даже не позавтракал. А что-то там по бизнесу, какие-то срочные дела. Я вот все думаю, как же ты здесь останешься одна? Мам, да все будет нормально. Может быть, с нами поедешь? Роман говорил, у него большой дом. Нет, не поеду. Ты же знаешь, я недавно взяла первоклашек. И к тому же я к нему уже привязалась. Да тут все свое, знакомое, родное. Да что я там буду делать? Нет, не хочу ничего менять. Ну, ты же здесь будешь совсем одна. Мам, я уже не маленькая, и пора уже привыкать жить самостоятельно. Все будет хорошо, не переживай. Я так рада за тебя. Роман, он замечательный. И такими глазами на тебя вчера смотрел. Влюбленная, как мальчишка. Спасибо, дорогая. Ну, он, конечно, изменился за все это время, но для меня он остался тем же влюбленным мальчишкой из 10-го боя. Да ты сама вся светишься от счастья. Ну, перестань. Правда, правда. Держи ручку крепче, и все получится. У меня не получается. А ты потренируйся, и все будет хорошо. Наталья Николаевна, ты домой-то идешь? Не могу, видишь, Зоя мама задерживается. Ладно, я тогда пошла. Давай. Вот видишь, как хорошо. Уже лучше. Ну, девочки, как дела? Наталья Николаевна, у меня к вам просьба. Что случилось? Звонила дочь Зоя Львовна и сказала, что мама попала в больницу. Мы остались без преподавателя по продленке. Я постараюсь завтра найти замену. Ну, а сегодня, если не трудно, посидите с детьми до вечера. Конечно, без проблем. Спасибо. Лариса Андреевна, а давайте я буду вести продленку, пока Зоя Львовна не выздоровеет. Да это было бы замечательно. Можете на меня рассчитывать. Спасибо. До свидания, Наталья Николаевна. До свидания, Олеся. До свидания. До свидания. Всех уже забрали. А кто за тобой сегодня должен прийти? Не знаю. Может, тетя Мила или папа. Давай, я сейчас позвоню твоему папе, и мы все узнаем. Ну и по улице Шилова, как я вам уже говорил, есть вопрос. Понятно. Итак, спасибо. Проект по улице Шилова нужно проверить и перепроверить. Есть вероятность, что мы вышли из бюджета. Хорошо, Сергей Юрьевич. Мне нужно ответить. Извините. Да, я слушаю.
Как Артем еще в школе? Наталья Николаевна, я уточню у жены, почему она до сих пор не подъехала, и перезвоню вам через пару минут. Угу. Да, любимый? Ты почему до сих пор не забрала Артема из школы? Я же тебя предупреждала, что у меня сегодня маникюр. Ты могла и днем свой маникюр сделать. И так сидишь весь день дома, ничего не делаешь. А может быть, тебе твоя работа важнее Артема? Все нормально. Наталья Николаевна, вы уж простите, что так получилось. Просто мы с женой не согласовали, кто из нас заберет Артема. Я уже выезжаю, но, видимо, вам придется меня подождать, пока я проберусь по пробкам. Угу. Постараюсь побыстрее. Господа, на сегодня совещание закончено. Продолжим завтра. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Вас там ждут. Я знаю, спасибо. А бабушка с дедушкой у тебя есть? Есть баба Маня. Она живет в Сибири. Вы в гости к ней ездите? Да. У нее есть кошка Мурка. Она такая красивая. Вы на каникулы к ней поедете? Папа сказал, следующим летом. Оп, а вот и твой папа. Папа! Привет. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Простите, что заставила вас задержаться. Ну что, Артем, давай одевайся. Сергей Юрьевич, мне нужно с вами поговорить. Это займет всего пару минут. Хорошо. Артем, я поговорю с Натальей Николаевной, а потом мы поедем домой. Ладно? А давайте только выйдем в коридор. Я хотела бы уточнить один вопрос. Возможно, он окажется болезненным, поэтому я заранее прошу прощения. Что вас интересует? Мама Артема, она умерла? Да. Первоклашкам и так нужно повышенное внимание, а в вашем случае особенно. За Артемом есть кому следить. Следить и уделять внимание – это разные вещи. Вот, например, сегодня. Я прошу прощения, что из-за нас вы сегодня задержались. Не в этом дело. Не у меня нужно прощения просить, а у Артема. Представляете, как ему было обидно? Всех детей забрали, а он остался один. В жизни есть непредвиденные обстоятельства. Артем должен это понимать. Дети живут эмоциями, а не разумом. Наталья Николаевна, давайте не будем устраивать драму на ровном месте. Если Артема вовремя один раз не забрали из школы, это еще не значит, что мне плевать на сына. Пойдем, Артем. Пойдем, пойдем. До свидания. До свидания, Артем. До свидания, Наталья Николаевна. Мам, ну ты там чего? Я паспорт забыла. Не нуль, ну ох, вот еще. Это же самое главное. Ну все, я готова. Так, присядем на дорожку. Да. Присядем. Я не представляю, как ты тут одна останешься. Мы все время вместе, даже отдыхать вместе ездили. Мама, ну мы уже об этом говорили. Ну да, не буду. Надо вспомнить, мы с тобой все сделали. Ну, ты в конце концов не на Северный полюс едешь, а всего лишь в другой город. Ну да. Наташенька, квартира теперь переписана на тебя, не забывай платить. Пожалуйста, цветы поливай, я график тебе составила. Хорошо, буду поливать. И не давай соседке в долг, она никогда не возвращает. Мам, ну мы уже это 100 раз обсуждали. Не, Нуль. Ну не переживай ты так. Не будет она давать в долг соседке. Наташа, вы приезжайте в гости. Дом у нас большой, всегда будем очень рады вас видеть. Спасибо, Роман Михайлович. Я обязательно приеду. Ну все. Родная, дай я тебя обниму.
Наташ, я прошу тебя, не забывай мне звонить. И ты не забывай, а то вечно ты закрутишься там в делах. Ну, хорошо, хорошо. Ну и прекрасно. Мама уехала, а то ты была вечно под ее надзором. Да, непривычно как-то. Грустно. Это только первое время. Потом тебя захватит ветер свободы, и будешь наслаждаться одиночеством. Оль, долго еще? Скоро, ну потерпи немного. Скоро, я вижу. О! Куда? Аппетит перебьешь. На диете меня держишь. Из чего же? Оля, я, наверное, поеду. Как поедешь? Я думала, ты с нами пообедаешь. Да, неохота как-то есть. Нет настроения. Так, хватит хандрить. А то с тоски еще похудеешь, на тебя никто и не посмотрит. Ну, не посмотрит, да ладно. Я правда поеду. Мне еще за продуктами в магазин нужно. А тут, между прочим, Дима о тебе спрашивал. Оль, Дима, он очень хороший человек, но не для меня. Так кто тебе нужен? Сама не знаю. Должна какая-то искра проскочить, что ли. Ой, знаешь что, подруга? Ты с искрами поосторожнее. Только пожара нам не хватало. Вам помочь? Спасибо, я сама. Я смотрю, вам все-таки нужна моя помощь. Ой, это снова вы? Видимо, да. В багажник. Сейчас. О, пожалуйста. Ой, спасибо вам за помощь. Может быть, вас куда-то подвезти? Да нет, неудобно. Ну что, мне не трудно. Куда вас подвезти? Тут рядом есть больница на Трипасского, знаете? Конечно, знаю. Но вот если не трудно, туда. Мне как раз по пути. Садитесь. Спасибо. Садитесь, садитесь. Ну, а дальше? Зовут его Андрей. Он оставил мне свою визитку. Сказал, могу позвонить, если будут какие-то проблемы. Ну, ты уже дошла до точки. Знакомиться на улице. Почему на улице? В магазине? Небольшая разница. Но чем он тебе понравился? Не знаю, это сложно объяснить. Как наваждение какое-то. Может быть, это и есть любовь. Любовь с первого взгляда? Угу, да. Ну тогда позвони ему. Здрасте, а что я ему скажу? Ну, найди причину. Причину? Ну ладно. Причину.
Андрей, здравствуйте. А это Наташа. Я сегодня подвозила вас до больницы. Да-да, это я. Андрей, мне нужна будет ваша помощь. Мне нужно купить микроволновку. Ой, отлично. Да-да, завтра как раз у меня выходной. Очень хорошо. Ну все, я жду. Угу. Ну вот, мы и дома. Сейчас я дам вам тапочки. Наташа, мы же договорились перейти на ты. Да. Так, где кухня? А кухня по коридору направо. Вот, все готово. Здорово. Сейчас мы ее и испробуем. Будешь угощать меня чем-то вкусненьким? Да, мое фирменное блюдо. Овощное рагу. Только как это все работает? А, смотри. Давай. Ставим. И включаем. Дело мастера боец. Ждем. Одна здесь живешь? Одна. Мама недавно переехала в другой город к любимому мужчине. Скучаешь по ней? Есть немного. Ну, все готово? Спасибо, Андрей, что помог. Да не за что, это было нетрудно. Знаешь, что еще? Что? У тебя очень красивые глаза. Ну, до встречи. До встречи. Купили новую микроволновку и протестировали ее дома. Но ты его удивила своими кулинарными изысками? Самую малость. Овощным рагу. Ну, мать, ты даешь. Мужчину надо было мясом накормить, а ты его овощами, как кролика. Ну, что я могу поделать, если овощное рагу – мое коронное блюдо, а мясо мне вечно пригорает. Ну, и дальше? Дальше что было? А тебе так все и расскажи. Ну, мне же интересно. А дальше ничего не было. Он поел и ушел. И все? Ну, не совсем все. Ну, говори скорее, не томи. Перед уходом Андрей меня поцеловал. А как поцеловал-то? Поцеловал в щечку, так что все в пределах приличия. Но потом позвонил и пригласил меня на выходных в театр. Ну, это уже серьезная заявка на продолжение отношений. Надеюсь. Как тебе вчерашний спектакль? Ты знаешь, очень понравился. Я ведь обычно хожу с детьми на детские постановки. И посмотреть что-то серьезное, драматическое было очень здорово. Рад, что угодил твоим желаниям. Волшебник. Куда же мы пойдем в следующий раз? Ну, давай подумаем. На катке мы были. Были. В океанариуме были. В театр ходили. Предлагаю пойти в спа. Спа? Ты что-то имеешь против спа? Нет, так необычно. Я никогда не была в спа. Ты никогда не была в спа? Мы должны сходить. Ты получишь
незабываемое впечатление от спа. Правда? Конечно. Ой! Что случилось? Ой, больно. Подвернула? Ага. Ну-ка, попробуй наступить. Ай, больно. Прекрасно. Ну, поехали в травму тогда. Нет, пожалуйста, только не в травму. А чего ты боишься? Не боюсь, там эти очереди, и вообще, поехали домой. Вступаешь безрассудно. Mm. Ладно, пойдем к машине. Держись. Ай. Ай. Надо смотреть твою ногу. У меня было несколько растяжений. Я знаю, что делать. А это быстро проходит? Неделю или две придется подождать. Ай! Извини, пожалуйста. Надо зафиксировать голеностоп. У тебя есть эластичный бинт? А, да, в аптечке на кухне. Угу. Сейчас. Алло, Оль, привет. Да, это я. Слушай, у меня растяжение ноги. Я завтра не приду. Ты можешь Ларису Андреевну предупредить, пожалуйста? А завтра днем я сама ей позвоню. Все, спасибо. Не сразу нашел. Забыла сказать, что бинт в шкафу. Так, когда я закончу, надо будет лечь на диван и поднять повыше ногу. И долго так лежать? Пока я не приготовлю нам ужин. Да я не голодная. Значит, приготовлю что-нибудь легкое. Если, конечно, ты позволишь покомандовать на твоей кухне. Позволишь? Позволю. Должен же кто-то о тебе позаботиться. Поняли. Ваша ученица Наталья Николаевна заболела. Я буду заменять ее в ее отсутствие. Зовут меня Антонина Анатольевна. Садитесь. Кто шумел? Встал, назвал свое имя. Я не шумела, у меня просто упал пенал. Ты понимаешь, что мы из-за тебя потеряли одну минуту нашего драгоценного времени? Еще раз такое повторится, ты будешь весь урок стоять. Садись пока. Так, открываем учебник на странице 46. Заречный 500. Садись, поехали. Миша! Поехали. Отлично. Значит, сейчас буду тебя кормить. Андрей. Не хочу ничего слушать. Ты должна хорошо питаться, чтобы скорее поправиться. Так что сиди, отдыхай. Я тебя позову. Прошу. Спасибо.
чаю? Да, можно чаю. Я вечером уеду, а завтра вернусь, чтобы тебя навестить. Можешь взять ключи от квартиры. Ты мне доверяешь? Конечно. Хорошо. Ты не пересолил? Нет. Это очень вкусно. Это просто яичница. Нет, это не просто яичница. Ты точно знаешь какой-то секрет? Нет. Просто люблю готовить. Тёма, иди ужинать! Не хочу! Сын, ты чего? А чё ты такой расстроенный? Оценку плохую получил. Наталья Николаевна заболела, а другая учительница злая. Она всё время на меня кричит. Ну, наверное, ты плохо себя ведёшь. Я веду себя хорошо. Завтра я не пойду в школу. Тём, ну потерпи немного. Наталья Николаевна выздоровеет и вернется в школу. А если она долго будет болеть? Я не хочу, чтобы на меня кричали. Ладно, не расстраивайся. Если нужна Наталья Николаевна, значит, будет тебе Наталья Николаевна. Да, мам, привет. Привет, я тебе 3 смски сбросила, ты не ответила. Что случилось? Слушай, правда, 3 смски, извини, я не видела. Наташ, ну какая ты безответственная. Как у тебя дела? Дела, да так себе. Подвернула ногу, взяла отгул. Что-то серьезное? У меня с утра было какое-то нехорошее предчувствие. Просто растянула ногу. Слушай, может мне приехать? Мам, зачем приезжать? Да все хорошо. Ты не волнуйся. Наташ, ну как это не волнуйся? Ну я же за тебя переживаю. Так, мам, не делай проблему на ровном месте. Хорошо? У меня все хорошо. Все. Пока-пока. Я тебя целую. Я тоже тебя целую, дорогая. И не забывай отвечать на СМС. Хорошо. Мама. Ну вот, стоило не выйти на работу, как сразу всем нужна. Иду, иду! Сергей Юрьевич? Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте. Я по поводу Артема. Да, конечно, проходите. Спасибо. А что с Артемом? Что-нибудь случилось? Да не то чтобы случилось. Он просто отказывается ходить в школу, пока вы не поправитесь. Я подвернула ногу. Угу. Понятно. Вы были у врача? Сергей Юрьевич, спасибо вам за вашу заботу, но... Так вы были у врача? Что он сказал? Долго будете лечиться? А не слишком ли много вопросов вы задаете? Так вы ответьте хотя бы на один. Нет, у врача я не была. Тогда собирайтесь, я отвезу вас к хорошему специалисту. Сергей Юрьевич, я думаю, что не стоит. Нога сама скоро пройдет. Наталья Николаевна, я могу подумать, что вы боитесь врачей. Нет, не боюсь. Ну тогда идите и одевайтесь. Или мне вам помочь? Нет, помогать мне не нужно, я как-нибудь сама. Thank you.
Ну, что я могу сказать? Перелома или вывиха нет, но есть растяжение. Сейчас я подробно напишу вам, что нужно сделать для того, чтобы вылечить ногу. Но в ближайшее время нагрузку на ногу не давать. Да, я выпишу вам больничный. Спасибо. Прошу вас. Спасибо, Сергей Юрьевич. Наталья Николаевна, я прошу прощения за свою беспардонность. Это только ради ваших учеников. Скорее, ради вашего сына. Ну, ради Артема тоже. Просто он очень любит вас и скучает по вам. А есть кому о вас позаботиться? А, да, конечно, есть. Прекрасно. А то я могу пригласить помощника из социальной службы. Хотите? Может быть, вы еще сиделку наймете? Ну, если понадобится, обязательно найму. Пойдемте? О, нет, спасибо, я сама. Наталья, вы же помните, что вам сказал врач. Вам нельзя перегружать больную ногу. Так что, если будете отказываться от помощи, я просто понесу вас на руках. Нет, 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 на руках не нужно, я как-нибудь сама. Давайте, я буду просто опираться вас. Давайте. Спасибо. Наташа! Я пришел. Наташа? Наташ, ты дома? Так осторожней. Спасибо вам большое, Сергей Юрьевич, за помощь. Да не за что. О, Андрей, привет. Привет. Представишь меня своему другу? А, это Сергей Юрьевич, отец Артема Захарова, моего ученика. Андрей. Спасибо вам еще раз за помощь. Ну, я вижу, моя помощь больше не понадобится. Я закрою. До свидания. До свидания. Я была в больнице. Прости, так спонтанно получилось. То есть, когда я предлагал тебе поехать в травму, ты отказалась? Ну, твоя помощь мне тоже очень нужна. Давай. А у меня для тебя сюрприз. Правда? Какие красивые. Это мне? Ну, конечно, тебе. Спасибо. Тём, ты что такой грустный? Я не буду ходить в школу. Ну, если ты не будешь ходить в школу, ты ничего не научишься. Не сможешь читать и писать. Ну и ладно. Послушай. Так не пойдет. Каждый должен трудиться в меру своих возможностей. Ты должен посещать школу, я должен ходить на работу. Я буду ждать, когда выйдет Наталья Николаевна. Тём, Наталья Николаевна выйдет на следующей неделе. Потерпишь несколько дней, хорошо? Хорошо. Слушай, а давай-ка поедем в кафе и купим твои любимые пирожные. Идет? Идет. Я буду с кремом и вареньем. Дай 5. Садись.
Ладно. Поздно уже. Наверное, пойду. Может быть, останешься на немного? Хочешь, чтобы я остался? Ты потом не пожалеешь об этом? Девушка, боюсь, вы ошиблись номером. Миш, ну это же ты, я узнала тебя по голосу. Доброе утро. Ваш завтрак. Доброе утро. Ты меня балуешь. Балуешь? Если бы мы жили вместе, ты бы поняла, что это значит. Но пока предложить переехать ко мне не могу. Сама знаешь, снимаю маленькую площадь. У меня сейчас у соседей родился малыш. Теперь и днем, и ночью плач, крик на кухне, пеленки, распашонки. Свою квартиру ждать еще год. Строительство дома только началось. Так, переезжай жить ко мне. Зачем тратить деньги на аренду? Лучше вложишь в свое дело. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Ладно. Хорошо. Но с условием. Как только я сделаю ремонт в своей квартире, мы переедем ко мне, хорошо? У меня будут современные апартаменты с красивым видом на город. А давай ты как-нибудь меня свозишь к себе на стройку и покажешь, где будет у тебя квартира. Давай. Но только когда заживет твоя нога. Договорились? Вашей девушке должно понравиться. Это хит сезона. Очень красивое кольцо, но мне бы что-нибудь поскромнее, подешевле, понимаете? Посмотрите вот это. Mm-hmm. Похоже на настоящее золото. И покрытие стойкое. Да. Пожалуй, это мне подойдет. Спасибо. Привет. Как дела? Как мои сорванцы? Скучают. Скажи им, что выйду через пару дней. Угу. На личном фронте? Перемена. Андрей теперь живет у меня. Почему рано? Ты сама хотела замуж меня выдать, а теперь ворчишь. Ой, слушай, он, кажется, пришел. Я потом тебе перезвоню. Да-да-да, все расскажу. Давай, пока. Андрей, привет. Давно тебя не было. Всего несколько часов. У меня для тебя кое-что есть. Что же это? Вау, какое красивое. Знак серьезности наших отношений. Примерь.
Не знаю, не ошибся ли я с размером? В самый раз. Спасибо тебе большое. Тебе нравится? Очень. Плохо выглядишь. Как обычно. Твой любимый парфюм? Давно ты не пользовался. Мила, ты меня в чем-то подозреваешь? Не беспокойся, кроме тебя у меня никого нет. Артем уже поел? Да, собирается в школу. Пожалуй, я сам его сегодня отвезу. Я тоже могла бы. Ты же знаешь, у меня сегодня фитнес, а школа по пути. Мил, мне нужно побольше времени уделять сыну. Так что езжай спокойно на фитнес. Пока. Пока. Ладно, давай я к тебе на перемене подойду, да, и мы договоримся, хорошо? Наконец-то ты вернулась. Ты знаешь, мне даже не с кем словом перемолвиться. Я тоже по тебе скучала. Ну как дела? Смотри, какое кольцо подарил мне Андрей. Но оно не золотое. Ну и что, знаешь, главное — внимание. Пойдем. Ой, смотри, кто идет. Привет, Артем. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте. 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 Ну что, беги на урок. Рад вас видеть. Как нога? Спасибо, уже лучше. Ну, вы, если что, обращайтесь еще. Хорошо. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Какой мужик, аж дух захватывает. Ты замужем? Мне показалось, ли он на тебя как-то по-особенному смотрел? Не выдумывай. Смотрел, как смотрел. Все. Идем. Ну, идем. Я же о тебе думаю. Ой, как я по тебе соскучилась. Я тоже. Наконец-то есть с кем поговорить. Так что по проекту отчеты все сданы, и это, в общем-то, все, Сергей Юрьевич. Угу. Ну что же, прекрасно. Тогда больше не смею вас задерживать. До свидания. До свидания. Оля, что там у нас еще? Это на подпись. И еще встреча у вас в 4. Спасибо. Угу. Привет, Сереж. Мил, у меня тут срочная встреча. Ты можешь сегодня забрать Артема из школы? Ну, вообще-то, на сегодня у меня были свои планы. Конечно, я заберу. Ну вот и прекрасно. Целую тебя. Конечно, заберу. Куда я денусь? Я тут живу. Утонул. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Собирайся, поехали. Подожди чуть-чуть, мы играем. Пойдем, мне некогда. Отпусти, мне больно. Что ты ноешь? Извините, пожалуйста, не нужно Артему так тянуть за руку. Вы же видите, ему больно. Это вас не касается. Давайте отойдем в сторонку.
Держи. Стой здесь. Я вас слушаю. Артём очень ранимый мальчик. С ним не стоит разговаривать таким тоном. Без вас знаю. Не вмешивайтесь не в свое дело. Я не вмешиваюсь. Я лишь прошу быть с ним помягче. Ну так родите своего ребенка и воспитывайте. Вы поймите, Артём мой ученик. Мне не безразлично его эмоциональное состояние. О его эмоциональном состоянии мы позаботимся. А ваше дело – учить детей, а не читать мораль родителям. Не суйте свой нос в чужие семьи. Я никогда этого не делала. И теперь понимаю, почему Артём вас не слушается. Может быть, ты расскажешь, как мне воспитывать ребенка? Вам бы не помешало пообщаться с нашим школьным психологом. А вот это наглость. У тебя будут очень большие неприятности. Я обещаю. Набрали в школу всякий сброд. Пойдем. Руководительница Артёма ведет себя отвратительно. Я считаю, Артёма нужно перевести в другой класс, а лучше в другую школу. Что-то я сомневаюсь, что Наталья Николаевна ведет себя некорректно. Она мне нахамила, Серёж. Я считаю, таким педагогам нельзя доверять детей. Интересно. Что такого она тебе сказала, что ты до сих пор не можешь успокоиться? Неважно. В общем, Артёма нужно перевести в другую школу. Значит так. Никуда мы его переводить не будем. Ты сначала отношения с Артёмом наладь. А пока этого не случилось, я буду решать по поводу учёбы. Спасибо за ужин. Андрей, привет. Привет. Сегодня так поздно? Да, было много работы. Привет. Давай, иди переодевайся и будем ужинать. Нет, не хочу, спасибо. Нет аппетита. Андрюш, что-то случилось? Так, ерунда. Но я же вижу, что у тебя какие-то проблемы. Не хочу тебя грузить. Ладно, пойду спать. Завтра рано вставать. Простите, что заставило вас ждать. Так какое у вас ко мне дело? Валентин Петрович, я прошу вас уволить классную руководительницу Артёма Захарова. Вот заявление. Наталья Николаевна у нас вообще-то на хорошем счету. Я вот даже себе представить не мог, что она так жестоко может поступать с детьми. Это понятно. При вас она ведет себя подобающим образом. Послушайте, а давайте сделаем так. Пригласим сюда
Наталью Николаевну и во всем разберемся. Нет, я не хочу ее видеть. Я надеюсь, вы примете меры. Иначе в противном случае я вынуждена буду обратиться в управление образования. Ну, зачем же сразу жаловаться? Ну, конечно, я приму меры и во всем разберусь. Спасибо. Чем скорее, тем лучше. Вы поймите, наши дети не должны страдать от непрофессионализма педагогов. Вы совершенно правы. Дети, урок окончен, идите отдыхать. Диан, иди отдыхать. Наталья Николаевна, зайдите, пожалуйста, к директору. Хорошо. Наталья Николаевна, на вас поступила жалоба. Это неправда. Это клевета. Я никого не била. Этого не было. Ну, было это или не было, мне же надо как-то прореагировать. Вы спросите моих учеников, их родителей. И все подтвердят, что я никогда даже грубого слова ребенку не скажу. То есть вы хотите сказать, что госпожа Захарова все это выдумала? Совершенно верно. Она меня говорила, потому что я сделала ей замечание. Ну вот видите, мы и разобрались с вами. Стало быть, причина для жалобы все-таки была. Но там написано неправда. Я никого не била. Уважаемая Наталья Николаевна, понимаете, я же не буду разбираться, что было, что не было. Для меня очень важен авторитет нашей школы, имидж. Конечно, на основании этого одного заявления я не могу вас уволить, но было бы лучше и для нас, и, безусловно, для вас в том числе, если вы сами напишете заявление об уходе. Вы хотите, чтобы я уволилась? Что случилось? Мне придется уволиться. Жена Захарова написала на меня жалобу. Но одна жалоба не повод уходить. Валентин Петрович переживает за репутацию школы. Боится, что Захарова пойдет в управление образования. Хочешь, я пойду к директору, поговорю с ним? Нет, не надо. Я лучше уволюсь. Не хочу работать в школе, где ко мне такое отношение. Наташа. Что-то не так с ключами, они ничего не открывают. Может быть, с тобой что-то не так, а не с ключами? Ну, это тоже не так. Я выпил, но... Я вижу. Давай, снимай. Будешь меня ругать? Нет. Нет? Потому что ты идеальная женщина. Да, тебя поцелуй. Андрей, давай ты потом меня поцелуешь. Иди ложись спать. Ну, ладно.
Иди, иди. Хорошо, это хорошая идея. Пойти спать. Давайте помогу. Да ну, подожди, я сам все сделал. Ты меня осуждаешь, но ты не знаешь, что произошло. Так расскажи. Все. У меня нет больше квартиры. Меня обманули деньги, тю-тю. Теперь я бродяга. Тебе надо, бродягу. Андрюш, пойдем спать. Нет, нет, я здесь лягу. Я буду спать сегодня, я буду спать на диване. Хочу здесь, все. Ну. Тогда я принесу тебе плед. Да, плед. Давай, плед, цыпца. Ой, вот спасибо. Наташенька, ты чудо. Спи. Ладно. Спи давай. Буду спать. Ничего вчера не творил, поэтому тебе извиняться не за что. Я думаю, тебе все равно было неприятно видеть меня в таком состоянии. Господи, как плохо-то. Я тебе вчера что-нибудь рассказывал? Немного. Сказал, что тебя обманули. Да. Строительство дома, в который я вложился. Стройку заморозили. И если бы это все взял одного человека деньги на развитие бизнеса, вложил в компанию, а компанию признали банкротом. Человек ждать не хочет. Требует, чтобы я вернул деньги. Что же теперь делать? Пока не знаю. Но люди там серьезные. Сказали, за 10 дней не вернут деньги. Оставят на счетчик. Такие убить могут. Я могу тебе чем-то помочь? Нет. Нет, я буду решать свои проблемы сам. Я сделаю тебе кофе. Спасибо. Диана, ты такая молодец. Смотри, как у тебя красиво получается. Очень аккуратно. Смотри, как здорово. Наталья Николаевна, я правильно буквы пишу? Сейчас посмотрим. Да, все правильно. Только нужно не спешить. Я не буду спешить. Наталья Николаевна, я к вам. Угу. Сделаем вот это. Ну что? Через несколько дней на твоем месте будет уже другая учительница. Ну, я до сих пор не могу поверить, что ты уходишь. На душе аж кошки скребут. Не говори. Мне это как тяжело. Я уже так не привязалась.
Ладно, не расстраивайся. Устроишься в другую школу? Конечно, устроюсь. Просто все как-то так сразу навалилось. У тебя еще что-то случилось? Да не у меня, у Андрея. Ну ничего себе. Все было так прекрасно, и на тебе столько проблем. Не говори. Артем, я жду тебя внизу. Наталья Николаевна, за мной уже пришли. Можно идти? Конечно, можно, Артем. Привет, сын. А ты чего такой мрачный? Наталья Николаевна уходит из школы. Как уходит? А ты откуда узнал? Слышу, как другая учительница об этом спрашивала. Так, вот пойдем. Наталья Николаевна, почему вы не хотите назвать причину вашего ухода? А вы как будто бы не знаете. Нет, не знаю. Так вы скажите, может быть, я чем-нибудь смогу помочь вам? Уже помогли. Как? Ваша жена написала на меня жалобу. Обвиняя меня в том, что я издеваюсь над детьми. Но это ж неправда. Вы всегда были доброжелательны к ученикам. Артем обожает вас. Конечно, неправда. У вас есть еще вопросы? Нет. Мне нужно идти. Я не могу надолго оставить детей. До свидания, Наталья Николаевна. До свидания. Артем, иди к папе. Пойдем, Артем. Пойдем. Давай. Ну? Друг, что-то у меня совсем расклеился. Ну, пойдем. Приехали. Садись. Что у нас? Жаркое. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Нормально. Тём, что-то ты горячий. А вот и мои мужчины любимые приехали. Беги в комнату. Привет. У нас сегодня жаркое. Ты пока отдыхай, как все будет готово, я позову. Мила. А? Что такое? Зачем ты написала заявление на классную руководительницу Артема? Прости, не удержалась. Она меня бесит. Сует свой нос, куда ей не следует. Ты что, не помнишь, что я тебе говорил? Все, что касается моего сына, я решаю сам. Сереж, ничего страшного, если ее накажут. Пускай отвечает за то, что она мне нагрубила. Мила, ты вообще меня слышишь? Какое ты имела право писать жалобу без моего ведома? Значит так, завтра ты идешь в школу и забираешь заявление. Я ничего забирать не буду. Я тоже принимаю участие в воспитании Артема. Я твоя жена, Сереж. А может быть, мы поторопились, приняв решение пожениться? М? Мила, кроме нас с тобой есть еще Артем. И мне очень важно, чтобы ты нашла с ним общий язык. Я стараюсь, Сереж. Стараешься? У Артема, который день недомогания, я просил тебя отвезти его к врачу. Ты это сделала? Нет. Почему? Потому что если мы будем водить Артема к врачу по каждому чиху, в поликлинике можно будет прописаться. Я дала ему витамины. Витамины? Мила, просто... Когда любишь ребенка, такие вещи объяснять не нужно. Витамины. Да. Добрый день.
Здравствуйте. Я бы хотел поговорить с директором школы. К сожалению, сейчас это невозможно. Валентин Петрович на больничном. А что вы хотели? Забрать заявление. А вы не подскажете, о каком заявлении идет речь? Моя жена, Людмила Захарова, написала жалобу на Наталью Николаевну Карпову. А, вы про это? К сожалению, этот вопрос может решить только Виктор Петрович. Он должен выйти через неделю. Через неделю будет поздно. Но... А кто сейчас заменяет директора? А, его зауч. Но это не в ее компетенции решать такие вопросы. Дождитесь, пожалуйста, директора. Спасибо. До свидания. Витамины. Андрей, ты уже придумал, как решить проблему с деньгами? Нет. Пока нет. Не представляю, где взять такую сумму. Ты думал про кредит? Не хотел тебе говорить, но... Когда я выпивал в баре, у меня украли паспорт. Отлично. Нет, ну почему все эти неприятности происходят именно с нами? И когда эта черная полоса уже наконец закончится? Нужно идти в полицию. Да, конечно. Надо идти в полицию, но пока не сделают паспорт. А деньги нужны сейчас. Давай я возьму кредит. Но с условием, что выплачивать его будешь ты. Конечно. Наташ, ну, естественно, его выплачивать буду я. Слушай, у меня есть надежный партнер. Он обещал помочь восстановить бизнес, так что деньги будут. Наташ, ты правда это сделаешь для меня? Да, сделаю. Ты чудо. Я тебя люблю. Тёма, подъем, пора в школу. Не могу. Нет, дружище, не могу. Так не пойдет. Давай вставай. Тёма, да ты весь горишь. Что болит? Все болит. Мила, вызывай врача. Мила, срочно вызывай врача. Дети, перемена. Идите отдыхать. Тимофей, не толкайся. Диана, иди отдыхать. Беги, беги. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Это Наталья Николаевна. А можно узнать, почему сегодня Артема нет в школе? Воспаление легких? А как сейчас он себя чувствует? В больнице? Ты в какой больнице? Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Дарья Николаевна. Как Артем? Плохо. Очень высокая температура. Будем надеяться, что он быстро поправится. Наталья Николаевна, я хотел извиниться за Милу.
Не понимаю, зачем она это сделала. Мне очень жаль. Извините. Мы провели интенсивное медикаментозное лечение. Температуру удалось сбить. Я могу видеться? Да, можете, но только по одному. Я подожду. Пойдемте, я провожу вас. Спасибо. Здравствуйте. Вот ваша карточка. Вот здесь, пожалуйста. Да. Галочку поставьте, и все. Проходите. Спасибо. Артём, малыш. Я, наверное, плохой отец. Многое делаю неправильно. Мало провожу времени с тобой. Но я очень люблю тебя. Отправляйся поскорее. Я тебя тоже очень люблю. Ты заберешь меня отсюда? Конечно. Как только тебе станет полегче, сразу же заберу. Хорошо. Отдыхай. Наталья Николаевна. Ой, простите, я задремала. Вы, наверное, очень устали. Сначала школа, потом сюда. Немного. Как Артём себя чувствует? Ему гораздо лучше. Ну, хорошо. Артём сейчас спит, поэтому можно съездить домой. Хотите, вас подвезу? Нет, спасибо. Я на машине. Сергей Юрьевич, я скоро увольняюсь и вряд ли застану Артёма. Можно вас попросить, пожалуйста, позвоните мне, когда он поправится. Мне очень важно знать, что он себя хорошо чувствует. Наташ, а когда вы будете последний день в школе? Через 3 дня. Ну, я пошла. Передавайте Артему привет, и пусть больше не болеет. Конечно. До свидания. До свидания, Наташа. Девчонки, еще конфетки. О, ой, что я вам забыла показать? Смотрите, что мне подарили мои ученики. Вышли к доске и прочли стихотворение. Потом подарили альбом с рисунками. Сказали, чтобы я пересматривала их и вспоминала. О, смотрите, с любимой Натальей Николаевной. О, какой виноград. Как трогательно. Я еле сдержала слезы, чтобы не расплакаться. Переживала, что твоего любимчика не было. Угу. Того, который в больнице сейчас? Да, звонил его отец, сказал, что он себя уже лучше чувствует. Угу. Наталья Николаевна, а вы уже присмотрели себе новое место работы? Нет, пока нет. Угу.
Девчонки, давайте уже пить чай. Давайте. Ой, извините. Мне нужно поговорить. Алло, Андрюш, привет. Нет, я еще на работе. Меня девчонки провожают. Да, потом сразу в банк. Здравствуйте. Вы не подскажете, где можно оформить кредит? Да, вам в тот кабинет. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела оформить кредит. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Вот. Пожалуйста. Прочитайте и распишитесь в двух экземплярах. Привет. Привет. Я принесла деньги. Наташка. Слушай, ты просто меня спасла. Обещаю, я все верну, можешь даже не сомневаться. Если бы я сомневалась, я бы не брала кредит. О, не думал, что тебе дадут так много денег. Ну, у меня все-таки есть машина и квартира. Ну да. Так, сейчас я вложу эти деньги в одно дело. Прибыль будет где-то через месяц, так что все вернем. Угу. Единственное, мне надо поехать домой. У меня там главный офис. Лучше, если я буду там и держать руку на пульсе. Надолго? Да нет. Я думаю, недели две. Время пролетит быстро. Даже не успеешь соскучиться. Угу. У меня к тебе будет еще одна просьба. Я возьму твою машину, хорошо? А, ну если нужно, то конечно. Обещаю, верну ее в целости и сохранности. Андрюша. Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обратился мальчиком Иванушкой. Захаров, встань! Ты что-то интересное увидел на потолке? Нет. Ты слышал, что я сейчас читала? Слышу. Тогда перескажи. Жили-были старик со старухой. У них были дети. Аленушка и Иванушка. Дед с собакой умерли. А сестрица ушла куда-то. Иванушке захотелось выпить. А дома ничего не было. Он выпил из лужи и стал козлом. Замолчали все. Вместо того, чтобы ворон считать, лучше бы сказку послушал. Я никаких ворон не считал. Тут нет никаких ворон. А, ты еще пререкаешься со мной. Будешь стоять до конца урока. А ну-ка, сели все. Сколько раз повторять, что звонок для учителя? Значит так, Захаров, ты совсем перестал учиться. Я обязана сообщить об этом твоим родителям. Все, можете идти. Куда вы? Стоять! Утихомирьте свой пыл и спокойно выходите из класса. Можете идти. Это Антонина Анатольевна вредная и противная. Жаль, что Наталья Николаевна уволилась. Я слышал, твоя мачеха нажаловалась. Тетя Мила? Да.
Я тебе еще раз повторяю, ты будешь делать то, что я сказала. Тебе ясно? Вставай. Отпусти меня. Сначала ты передо мной извинишься. Не буду. Ты злая. Ты пожаловалась на Наталью Николаевну. Тебя забыла спросить, сопляк. И вообще, как ты со мной разговариваешь? Папа! Что ты делаешь? Паразит! Он укусил меня. Так, Артем, успокойся. Иди к себе, я сейчас приду. Никогда. Слышишь, никогда не трогай Артема. Еще раз увижу, мы с тобой расстанемся. Не кричи на меня, лучше уйми своего сына. Надо же, прокусил меня. Паразит. Да, мам. Привет. Привет. А чего так вяло? Ты что, не рада, что я тебе позвонила? Нет, нет. Я очень рада. Наташа. Меня не обманешь. Я по голосу слышу, что у тебя что-то случилось. Ну, просто немножко устала. Вот и все. Давай, рассказывай. Как у тебя дела? Дела? Да. Ищу работу, но пока без результата. В одном месте обещали, но потом отказали. Может, к нам приедешь, немного отдохнешь? Нет, 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 как-нибудь в другой раз. Ну, хорошо. Решай сама. И звони мне почаще. Хорошо. Как у тебя дела? Да у меня все прекрасно. Только по тебе скучаю. Ладно, моя дорогая, я тебя целую. И я тебя целую. Пока. Значит, он пропал больше месяца назад. Да. А почему заявление принесли только сегодня? Он уехал в командировку. Сначала был на связи, а потом исчез. А куда он уехал, вы знаете? Нет. Да, Наталья Николаевна, искать вашего Андрея Петрова все равно, что иглу в стогу сена. Мужчин с такими данными тысячи. Может, у вас есть его фотография? Вы знаете, у меня все фотографии почему-то пропали. Вот это уже странно. Ну, попробуем составить фоторобот. А, хотя, подождите. У меня есть его портрет. Что за портрет? А я его сама нарисовала. Хотела сделать подарок. Это уже интересно. Приносите. Я прямо сейчас принесу. Тут недалеко. Да-да, я буду ждать. Угу.
смотреть. Так, ясно. Наталья Николаевна, скажите, а кроме Андрея у вас из квартиры ничего не пропало? Нет, все на месте. А что такое? Хорошо, что ничего не пропало. Но мне все равно придется вас огорчить. Это Илья Кормухин, аферист. Входит в доверие к женщинам, обирает их как липку. У него несколько имен. В последнее время он называл себя Михаилом. Вам представился Андреем. Нет, такого не может быть. Вы обознались. Андрюша, он очень порядочный человек. Наталья Николаевна, у нас несколько заявлений от обманутых женщин. Мы ведем поиск Кормухин. Правда, пока безрезультатно. Нет, это не он. Вы обознались. Посмотрите, как следует. Он, Наталья Николаевна. Подойдите сюда. Илья Кормухин. Смотрите, он? Да, он. Ну вот. А что же мне теперь делать? Ну, если у вас ничего не похищено, идите домой. И впредь будьте осмотрительны при знакомстве с мужчинами. Я отдала ему свою машину и взяла на себя для него кредит. Вот бумага. Пишите заявление. Да, не забудьте указать марку и номер машины. В общем, пишите все, что вам о нем известно. Алло? Добрый день, Наталья Николаевна. Это вас беспокоит из стройагбанка. Вы на 10 дней просрочили платеж. Когда вы сможете погасить задолженность? Вы понимаете, у меня сейчас сложная ситуация. А можно немного отсрочить выплаты? Наталья Николаевна, мы понимаем, что у каждого могут быть неприятности, поэтому даем вам еще неделю на погашение. Но это крайний срок. Спасибо вам большое. Я все выплачу. Ну вот. И теперь получается, что нет ни машины, ни денег. Из банка звонят о задолженности. Натуль, я для тебя что хочешь сделаю. Ну, у нас с Игорьком, сама знаешь, тоже кредит. Что это? Я вообще не об этом. Так что делать будешь? Нужно продавать квартиру. Ну а что делать? Продать квартиру, погасить кредит, а на остаток денег купить какую-нибудь однушку на окраине города. А может, у мамы попросить? Ты говорила, ее муж бизнесом занимается. Как я все это расскажу? И потом. У нее наконец-то все наладилось. Она счастлива. И тут я со своими проблемами. Нет, я совсем разберусь сама. А квартира — это дело наживное. Еще заработаю. Ну, конечно, конечно, заработаешь. Слушай, я тебя с Риткой познакомлю. Она отличный риэлтор. Она все тебе подберет и быстро. Знаешь что, я ей прямо сейчас позвоню. Угу. И прекрасный вид из окна. Ну как? Нравится? Да. Вид прекрасный. Нравится. Отлично. Тогда мы можем оформлять документы. Я покупаю под сдачу. Если мебель все оставите, то покупаю. Согласны? Тогда беру. Замечательно. Деньги положите в банковскую ячейку. Без проблем.
Здравствуйте. Добрый день, Наталья Николаевна. Чем могу помочь? Я хотела бы погасить кредит. Ваш паспорт, пожалуйста. Постойте, я не понял. Вы хотите оплатить задолженность или погасить весь кредит? Я хочу погасить кредит полностью. То есть у вас с собой вся сумма? Да. Хорошо. Тогда я вам все оформлю, а оплата на втором этаже. Угу. Сейчас подъехать, посмотреть ту квартиру, помнишь, о которой мы говорили? Да, мне удобно. А тебе? Не ушиблись? Нога сильно болит? Нет, вроде не болит. Что же мне теперь делать? В полицию надо идти. Да бесполезно, все равно не найдут. Ну, найдут, не найдут, неизвестно, но идти все равно надо. В сумочке твои документы были. Были. Да, да. Да, хорошо, я понял. Здравствуйте, я вас слушаю. А как можно подать заявление об ограблении? Пройдите, пожалуйста, второй этаж, 8-й кабинет. Спасибо. Я там еще указала телефоны двух свидетельниц. Они сказали, что могут подтвердить, если нужно будет. Понимаете, я только что получила крупную сумму денег и... вот. Возможно, преступники вас спасли. Скорее всего, это было еще в банке. У меня еще пропали документы. Это, конечно, хорошо, что есть свидетели. Но вряд ли это поможет в поимке преступников. Шансы их найти почти минимальны. Да и подобные случаи практически никогда не раскрываются. А я тебе говорю, под присмотром мамы ты не будешь такая доверчивая. Ну как, я ей обо всем расскажу. Мама у тебя мудрая женщина. Она все поймет и правильно. Где твой телефон? В кармане. Звони. Нет. Звони прямо сейчас. Звони, звони. Алло, мам, привет. Это я. А можно я к вам приеду на некоторое время? Поживу. Я приеду и все расскажу. Я бы тебя встретила. Ну что, вас отвлекал? Я быстро добралась. Здравствуйте. Познакомьтесь, это моя дочь Наташа. Это Стас, зять Ромы. Очень приятно, Стас. Очень приятно, Наташа. Ну что, мы стоим? Пойдемте в дом. Пойдем, моя дорогая. Я возьму чемодан. Рома будет вечером. У тебя такой красивый дом.
Да, спасибо. Наташенька, обувай тапочки. Как же я рада. Я тоже. О, Ирма. Познакомься, это Наташа, моя дочь. Это Ирма, дочь Ромы. Очень приятно. Тас, ты поможешь Наташе с чемоданом? Да, конечно, конечно. Ребят, я ненадолго на кухне, и потом будем обедать, хорошо? Да. Проходите. Вы надолго к нам? По обстоятельствам. Понятно. Наталья, давайте я помогу с вашим багажом, ну и заодно покажу вашу комнату. Проходите. Да, поднимайтесь наверх. Вот сюда. Сюда? Да, проходите. Спасибо. Ну вот, собственно, это и есть ваша комната. А там балкон. Ага. Хороший вид из окна. Так что... Может, перейдем на «ты»? Да, конечно, перейдем на «ты». Отлично. Ну, как тебе твоя комната? Очень уютная комната. Я надеюсь, тебе у нас понравится. Я очень рад, что у меня появилась такая прекрасная родственница. Да, что вы. Ну, ты обустраивайся, а если что, я внизу. Да, спасибо. И спасибо за помощь. Ой, ладно, там помощь. Ерунда какая-то. Доченька. Мама. Расскажи мне, что случилось? Я же вижу, ты вся на нервах. Ой, мама. Столько всего случилось, что я даже не знаю, с чего начать. Ну, с самого начала. Только ты пообещаешь, что ты все выслушаешь и постараешься меня понять. Хорошо, дорогая. В общем, тот парень, с которым я встречалась, помнишь? Андрей. Андрей. Он меня обманул. Что? Девочка, не плачь. Господи. Не плачь, не плачь, солнышко, не плачь, не плачь. Ну, садись уже, ну, Бог, ну, что ж ты походишь, а? Мам, ну, что ты так суетишься? Дядя, спасибо тебе. Садись. Вот тебе, да? Ну? За встречу. За знакомство. Спасибо, Роман Михайлович, что разрешили вас остановиться. Можно просто Роман. Очень хорошо, что приехали, Наташа. Очень рада вас видеть. Чем собираетесь заниматься? Какие планы? Найду работу и сразу съеду от вас. Так что вы не волнуйтесь, я долго вам не буду надоедать. Наташа, не надо никуда переезжать. У нас большая семья, большой дом. До станции 10 минут пешком. Ну, ты ж, Рома, прав. Ну, зачем тебе искать жилье? У тебя здесь прекрасная комната. Что-то салат горчит? А, хочешь, я порежу свежих овощей? Не надо. Ну, сиди спокойно. Что ты? Ир. Не надо? Зачем ради меня одно это делать? Ничего страшного, я сейчас быстро сделаю. И мясо пережаренное. Дорогая, ну, у беременных бывает иногда полное отвращение к еде. А ты откуда знаешь? Я смотрел по телевизору передачу. Я же готовлюсь стать папой. А я дедом. Вот, приобщаюсь, так сказать. Есть свободное место учителя рисования. Правда, оборудование не новое, но в ближайшее время будем закупать мольберты. А когда вы сможете меня оформить? Ну, если у вас с документами все в порядке, то хоть завтра. Понимаете,
Диплом и медицинская книжка у меня есть. А вот паспорт был утерян, и вместо него сейчас справка. Угу. Ну, а когда будет готов новый паспорт? Примерно через неделю. В принципе, можно и по справке оформить. Но все же давайте дождемся, пока изготовят ваш паспорт. Вы не против? Нет, не против. Я обязательно перезвоню. До свидания. Ирма, ну хватит капризничать, ну пожалуйста. Я не капризничаю. Хочешь только? Не хочу. Нет, Стас, я давно хотела поехать на курорт и не вижу для этого никаких препятствий. Ирма, у тебя уже очень большой срок. Зачем так рисковать? К тому же неизвестно, как ты перенесешь полет. Если ты себя не жалеешь, ну подумай хотя бы о ребенке. Привет, ребят. Привет. Ирма, Стас прав. Не стоит так рисковать. Наташа, это наше семейное дело, и мы сами решим, как нам поступить. Да, конечно. Извини. Угу. Ну зачем ты так? Все нормально. Дай мне сок, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, мам. Привет. Что-то вкусненькое. Угу. Давай я тебе помогу. Да нет. Морковку посри. А, Наташа, кстати, ты звонила в художественную студию? Звонила. Угу. Сказали, что меня возьмут. Нужно только донести документы. Ну вот, наконец-то будешь работать по профилю. Это точно. Буду ходить на работу и не маячить перед глазами Ирмы. Вы что, так и не нашли общий язык? Mm-mm. Она явно меня недолюбливает. Наташ, Ирма сложный человек. Ну и к тому же в положении. Ну, ты должна ее понять. Да я понимаю, мам. Ну, давай, давай. Я хочу, чтобы все было в розовом цвете. Много бантиков и кружев. Дорогая, мне кажется, что у тебя немножко странный вкус. Если у нас будет дочка, ну не обязательно делать из комнаты домик Барби. Я так хочу. Ну не обязательно же все в розовом цвете. Ну можно какими-нибудь другими цветами разбавить. Я не знаю, там салатовым, голубым. О, Наташ, ты же художник. Ну подскажи нам. А, вы детскую обустраиваете? Да. Вот хотим сделать тут как-то более уютно. Ну что ж, я могу нарисовать для вас несколько эскизов. Вот, было бы прекрасно. Я тоже много чего могу нарисовать. Ирма, у меня есть специальное образование. Вот, видишь? Наташа, мы сами в силах сделать дизайн детской комнаты для нашей доченьки. Да, так, конечно. Извините. А вот здесь мы поставим детскую кроватку. Здесь солнце будет светить ей прямо в глаза. Нет, не будет. Молодец, бери шар. Бери, бери, бери. В общем так, основное я заполнила, остальное завтра. Пока. Сейчас, подожди. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Добрый день. Я бы хотел задать вам вопрос. Я вас слушаю. Вы случайно не знаете, Наталья Николаевна уже устроилась куда-нибудь? Насколько я знаю, нет. Дело в том, что я хотел бы ей предложить работу. Может быть, она согласилась бы стать няней Артема? Понимаете, она уехала к маме в другой город. Ага. Но я собиралась ей звонить и могу сказать о вашем предложении. Это было бы замечательно. Т-
Свежим воздухом. Я вижу. Это от нервов. Просто иногда надо снять лишнее нервное напряжение. Напряжение можно снять спортом. Можно. Я пробовал. Не получается. Меня достали капризы Ирмы. Уже 7 месяцев живу, как на вулкане. Потерпи немного. Скоро она родит и станет спокойнее. Когда ты приехала, я понял, что ты мое спасение. Не говори ерунды. Иди к жене. Ты же ее любишь. Наберись терпения. Я не знаю, люблю ли я уже ее или нет. А вот ты мне очень нравишься. Да ты пьян. Иди спать. У тебя очень красивые глаза. Привет. Привет, подруга. Как дела? Да не очень. Знаешь, я, наверное, сделала ошибку, что переехала сюда. Я здесь чужая. Мама своя жизнь, а дочка Романа меня вообще ненавидит. Я не просто так тебе звоню. У меня для тебя есть такая новость. Ну, так давай, говори. Я вся во внимании. Захаров хочет предложить тебе работать у него Тёминой няней. Это здорово, но как это возможно? У меня ведь был конфликт с его женой. Ходят слухи, что Захаров подал на развод. А если это не слухи, а правда, то было бы замечательно. Артём очень хороший и способный мальчик. Тогда возвращайся скорее, пока это место не занял кто-нибудь другой. Я подумаю. Спасибо тебе, Оль. Доброе утро. Привет, мам. А ты чего такая? Я решила вернуться обратно. Как? Почему? Мне предлагают работу. Ну вот. Я думала, мы все вместе здесь будем жить, а ты решила уехать. Мне здесь сложно, мам. С Ирмой отношения так и не наладились. Да и вообще. Я думаю, со временем вы бы нашли друг другу подход. В общем, звонила Оля. Захаров предлагает мне работать у него няней Артёма. А, это тот мальчик, про которого ты мне рассказывала. У него еще мама умерла. Угу. Ну, если тебе так будет лучше, конечно, поезжай. Ты не обидишься? Ну что ты? У меня самая лучшая, самая понимающая мама. Давайте обниму. Добро пожаловать, Наталья Николаевна.
Так, позвольте, я за вами поухаживаю. Спасибо. Наталья Николаевна, а можно я буду называть вас Наташа? А то по имени и отчеству все-таки как-то уж слишком официально. Вы не против? Нет, не против. Ну, отлично. По телефону вы сказали, что у вас проблемы с жильем. Как видите, комнат у нас достаточно, поэтому можете оставаться здесь. Было бы замечательно. Да, и спасибо вам огромное, что согласились помогать с Артемом. Артем! Наталья Николаевна приехала! Ура! Артем! Здравствуйте, Наталья Николаевна! Привет! Ну что же, давайте я покажу вам вашу комнату. Там вы сможете отдохнуть с дороги. А потом я расскажу все, что будет входить в ваши обязанности. Угу. Пап, можно я покажу Наталье Николаевне ее комнату? Да, конечно, можно. А я помогу с сумками. А может быть, я сама? Все в порядке. Я все-таки мужчина. Мне совсем не трудно. Прошу. Спасибо. Ну что же, Наташа. В ваши обязанности входит все, что касается Артема. Нужно следить за его питанием, помогать в учебе, возить его на кружки. Если меня нет дома, то весь контроль ложится полностью на вас. Как вы на это смотрите? Положительно. Артем будет под моим чутким присмотром. Ну вот и отлично. Оплата раз в неделю в пятницу. Надеюсь, вас это устраивает? Вполне. Так, по дому делать ничего не надо. Для этого есть приходящая домработница Зина, я обязательно потом вас познакомлю. Она убирает, готовит, если я попрошу. Но в основном мы справляемся своими силами. Либо сами готовим, либо заказываем еду в ресторане. Но если вы хотите что-то приготовить для себя, кухня внизу, все продукты в вашем распоряжении. Хорошо, буду иметь в виду. Ну что же, если вы совсем согласны, считайте, вы приняты. Отлично. Тогда можете приступать. Сейчас мне нужно будет уехать на работу, а вы отвезите Артема на футбол. Все адреса и расписание вот в этой тетрадке. Все понятно? Да. Ну вот и отлично. Артем, нужно собираться, а то опоздаем. Не хочу. Почему? Мальчикам нравится играть в футбол. А мне не нравится. Артем, твой папа будет недоволен, если узнает, что мы прогуляли занятия. Ну и ладно. Давай сделаем так. Сегодня мы с тобой сходим на футбол, а потом я поговорю с твоим папой и скажу, что тебе не нравится ходить на футбол. Идет? Я уже пытался с ним говорить. Он меня не слушает. Может быть, мне удастся его переубедить? Хорошо, пойдем. Давай, собирайся. Я тебя жду. Вот, пасы играем. Вот, молодцы. Давай, не спеша. Давай, вот. Вот, давай, давай, контролируй мяч, контролируй. Стой ему. Никита, отрывайся, отрывайся, давай, отрывайся от него, отрывайся, беги, беги, молодец, спас, давай, а. Работаем, 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 работаем. Так, смотрим, смотрим, смотрим друг за друга. Давай, пас, пас, Жень, вот дриблома. Никита, а да, вот, молодец, у тебя отнимай, убегай от него, давай, давай. Работаем, работаем. Так, так, вперед, молодцы, так, оп. Так, спокойно, спокойно, туда, туда, давай. Расселся. Давай, вставай, играй. Давай, давай, вставай. Активно, активно, давай, давай. Артем, давай, 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 бегай, бегай, а. Бегай. Давай, 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 все вместе, активнее, активнее, ребят. Опасная игра. Ну что, все молодцы? Кроме Артема. До свидания, ребят! До свидания!
Артём, иди сюда. Подожди меня, пожалуйста, на скамеечке, ладно? Можно вас на минуточку? Вы как будто бы не замечаете, что Артёма постоянно толкают. Футбол – жесткая игра. Здесь воспитывается характер. Чтобы добиться каких-то успехов, надо научиться терпеть боль. Нужно учить мальчиков играть по правилам и не поощрять применение физической силы. Вы будете мне учить, как воспитывать будущих футболистов? Знаете, если вы так печетесь о своем Артеме, пусть занимается бальными танцами. Только вот не нужно мне хамить. Мы сами как-нибудь разберемся, в какие секции будет ходить Артем. Артем, идем. Идем, хорошо. Сергей Юрьевич, Артему не нравится ходить на футбол. Я видела, как ему там некомфортно. Его постоянно все толкают, он падает. И он самый маленький в группе. И я вообще, если честно, боюсь за его здоровье. Наташа, я хочу воспитать из Артема мужчину, а не хлюпика. В последнее время он много капризничает. Ну, пусть тренирует силу воли. Но у него не лежит душа к этому виду спорта. И он ходит на футбол только потому, что этого хочет его папа. А я вижу, Артем быстро нашел в вашем лице защитника своих интересов. Но давайте учитывать все-таки мое мнение. Артем мой сын. И если я сказал, что он будет заниматься футболом, значит, он будет им заниматься. Нравится ему это или нет. Просто у Артема талант к рисованию. Может быть, стоит подумать о художественной школе? Хорошо. Я подумаю. Но пока пусть ходит на футбол. Отличный кофе. Крепкий, как я люблю. Спасибо. Вот так. Молодец. Ага. Посмотри внимательнее на яблоко. Видишь? Эта сторона темнее. Нужно смешать краски и сделать нужный тон. А какие лучше смешать краски? Попробуй определить сам. А если не получится, я тебе помогу. Хорошо. Рисуете? Да. Нравится? Очень. Зеленый цвет вам к лицу. Ой. Вы еще здесь немного испачкались. Я сейчас. Знаешь, сын, а у тебя талант к рисованию. Очень даже неплохо получается. Мне Наталья Николаевна помогает. Она тебе нравится? Нравится. И мне тоже. Она добрая. И красивая. А вот с этой стороны яблоко нужно сделать потемнее. Я знаю. Мне Наталья Николаевна уже это говорила. Тём, да ты у меня художник. Наташа, Артём, собирайтесь скорее, если хотите, чтобы я вас довез до школы. Идем, идем. Привет, Сереж. Мы же с тобой расстались. Что ты здесь забыла? Я приехала забрать свой загранпаспорт. Ой, я тетрадки забыла. Давай, иди быстрее. Могла бы хотя бы позвонить, предупредить. Ну, мне нужно срочно. Я сейчас принесу. Ах, вот на кого меня променял Сергей. Я почему-то так и думала. Я няня Артема. Я не настолько наивная, чтобы поверить в эту чушь. Вы можете думать все, что вам угодно. Я не собираюсь перед вами оправдываться.
Вот твой паспорт. Спасибо. Ну, счастливо вам оставаться. Ты ничего не забыла? А что я должна забыть? Ключи от дома. Тебе они больше не понадобятся. Ну, конечно. Ты еще пожалеешь. Что она вам наговорила? А, ничего особенного. А где Артем? Собирается. Я сейчас его позову. Артем! Артем, собирайся скорее, бегом в машину. Кто первый добежит, тот вечером получит пирожные с вишней и шоколадом. Здравствуйте. Я сейчас на вашем сайте. Мне нужны два этюдника. Один для взрослого и один для ребенка. И все принадлежности для живописи, какие нужны. Выбирайте все, что вам необходимо, добавляйте в корзину и оформляйте доставку. Вы можете забрать заказ у нас или вам привезет курьер. Нет, спасибо. Я сам приеду. Вот так. Ты почти все правильно сделал. Только вот здесь вот и здесь. Нужно подумать. А я к вам с подарками. Как Дед Мороз. Мы так увлеклись, что даже не услышали, как вы зашли. Итак, внимание. Алле! Оп! А что это там? Угадай. Какая-нибудь настольная игра? Не угадал. Телевизор? Опять мимо. Наташ. А вы как думаете? Может быть, картина? Уже теплее. Али... Оп! Этюдники для тебя, Артем. И для вас, Наташа. Чудеса какие. И это еще не все. Я тут подумал на досуге. Если Артем не хочет заниматься футболом, пускай не ходит. Ура! Ты самый лучший в мире! Вы меня удивили. Это вы на меня так положительно влияете. Красиво? Красиво. Нравится? Нравится. Ты не замерз? Нет. А я замерзла. Идем домой. Иди собирайся. Сейчас быстро документы. У нотариуса подпишем, ну, будем свободны. Молодец. Держи крепко. Жень, что случилось? Да я подумал, может быть, нам с тобой по чашечке кофе выпить? Я здесь хорошее кафе знаю. Давай, с удовольствием. Пойдем? Пойдем. Давай ручку. Точно не замерз? Точно. Сегодня какая чудесная погода, правда? Да. Снежок такой белый, пушистый. Угу. Здорово? Как вкусно пахнет. Да, Зина позвонила, сказала, что не сможет приехать. И я решила ее заменить. Угу. А у меня кофе готов. Хотите? Не откажусь. Присаживайтесь. Сахар? Нет, спасибо. Пожалуйста. Вы не против, что я тут немного хозяйничаю? Ну что, если вам не трудно и если вас не напрягает, то я только за.
Я даже готов им доплачивать за это. Ну что вы, я это делаю не ради денег. Домашняя еда на лучшие рестораны, тем более для Артема. Так вы это только ради Артема делаете? А я-то думал... Да, я как няня забочусь о здоровье вашего сына. А вот вам бы не мешало уделять ему больше внимания. Артем нуждается в вашей заботе и любви. Ну все, все, все. Уговорили. В эти выходные я поведу его в парк аттракционов. Вот и отлично. Но только при одном условии. Если вы присоединитесь к нам. Хорошо, я пойду с вами. Ну вот и прекрасно. Вот вам за это апельсин. Наташ, вы опять решили что-то приготовить? Решила сделать вам на завтрак сырники. Вы нас балуете. Завтра придет Зина, приготовит что-нибудь. Сегодня вы и так устали. Ну, Зина придет поздно, а вам с утра нужно будет съесть что-нибудь вкусное и сытное. Наташ, от вашей готовки я скоро растолстею. Ну, купите себе одежду на размер побольше. В конце концов, будете выглядеть более солидно. О, нет-нет. Лучше я буду голодать. Ну, голодать не стоит. Я буду готовить менее калорийную пищу. А я кое-что принес вам. Вот. Ключи. Машина не новая, но на ходу. Пользуйтесь. Это чтобы было вам удобнее возить Артема в школу. Спасибо, Сергей. Так неожиданно. Спасибо вам, что помогаете мне с Артемом. Нам с Артемом очень повезло с вами. Артем? А ты чего не спишь? Не могу уснуть. Идем, я тебя ложу. И было бы неплохо, сказала Алиса, если бы вы перестали появляться и исчезать. Это вызывает у меня головокружение.
«Согласен», — сказал кот. И на этот раз он исчезал очень медленно, начав с кончика хвоста и закончив улыбкой, которую было видно и после того, как все остальное исчезло. «Я часто видела котов без улыбки», — подумала Алиса. «Но улыбку без кота — это самая несуразная вещь, которую можно вообразить». «Тёма!» Артём спит. Спит. Я пропала. И на этот раз окончательно и бесповоротно. Я, конечно, хотела выдать тебя замуж. Но ты слишком часто стала терять голову от любви. То на этот раз. А ты догадайся. Неужели? Захаров? Он самый. Только что мне теперь делать? Ведь я няня его сына. От любви никто не застрахован. Захаров – отличный вариант. Оль, да я вообще не об этом. Кто он и кто я? А вот это не имеет никакого значения. Здравствуйте. Здравствуйте. Но выглядеть получше тебе бы не помешало. Посмотри на бордину. Ты должна выглядеть, как она. Не, у меня не получится. Ну, ты не принимай мои слова буквально. Посмотри, как она одета. Тебе надо купить что-то в таком духе. Алло, да? Следователь? Поймали? А где поймали? Да, да, я приеду, я смогу. Спасибо. Что за следователь? Ты представляешь, поймали моего бывшего, Кормухина. Все-таки есть на свете справедливость. Нужно ехать на опознание. Ты сейчас поедешь? Сейчас. Еще и за внуками. Спи. Алло, Сергей? Мне сейчас нужно будет съездить на опознание. А задержали того мошенника. Я вам про него рассказывала. Да-да. Да, Артем, успей забрать. Не волнуйтесь. Наталья Николаевна, прочтите и распишитесь вот здесь и вот здесь. Спасибо. А можно мне почитать, что там написано? С тобой у нас будет долгий разговор. Ну, а дурка там про меня неправду пишите. Кормухин, помолчи. Мешай Наталье Николаевне ознакомиться с показаниями. Пожалуйста. А можно мне с ним с глазу на глаз поговорить? Что? Я джентльмен. На девушек не бросаюсь. Ладно. Если что, я за дверью. Спасибо.
Да, Наташа. Не ожидал я от тебя такой подставы. Ведь я же тебя любил. Так любил, что украл мою машину и повесил на меня кредит. Я тебе говорил, у меня были проблемы, я не хотел тебя в них втягивать. И втянул другую женщину. Ну а что поделать, если вы такие наивные дуры? Вам глаза посмотришь, скажешь приятные слова, сводишь в ресторан и все. Вы готовы деньги свои отдать и в квартире прописать? Ну, согласись. Грех этим не воспользоваться. Какая же ты редкостная скотина. Я рада, что тебя поймали. Твое место в тюрьме. Ну вот и поговорили. До свидания. До свидания, Наталья Николаевна. Завтра пятая потерпевшая придет. Ох, Кормухин, сидеть тебе долго. Примерьте еще вот это платье. Это мне нравится. А с этим что? А это я померяю. А эти два? И эти тоже. Я тогда отнесу их в примерочную. Хорошо. Наташа? Дима? Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Дима. Я уже думал, мы больше не увидимся с вами. Да уж, неожиданная встреча. Послушайте, ну раз такой случай, может быть, в кафе посидим? Вы знаете, у меня, к сожалению, совсем нет времени. Мы недолго. А то в прошлый раз так и не удалось пообщаться, вы очень быстро ушли. Хорошо, только не больше получаса. Я вам обещаю, прошу. Как ваши дела, Дима? Да все неплохо, спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Мне Игорь рассказал, что произошло. Эту мразь поймали? Как раз только что я была на опознании. Надеюсь, ему достанется по полной. Забавно. Он мне сказал, что я сама во всем виновата. Возможно, он и прав. Он же ведь профессиональный манипулятор. Вы не принимайте его слова на свой счет. И все же доля правды в его словах есть. Если бы я не была такой наивной, то... Послушайте, а мне именно эта черта у вас и нравится. Опознание, значит. Да.
Наташа, может, мы встретимся еще раз как-нибудь? Дим, вы очень хороший человек, но встречаться с вами я не могу. У вас кто-то есть? Да. Спасибо за кофе. Всего доброго, Дима. До свидания. Ну так что, говоришь, тебя сегодня похвалили? Да, похвалили. Я помогала расставлять учебники на полке. Какой ты молодец. Ты помощник. Давай раздевайся. Какой молодец. Молодец. Ой, смотри, кто там? Ура! Папа пришел! Ты что, пьяный? Знаешь, сынок, нетактичный вопрос. Иди. Иди в свою комнату. Ну, Тю, все хорошо, не расстраивайся. Сергей, раз уж вы дома, можно я отъеду на пару часов по делам? Нет. Я вас не отпускаю. Я занят. Поэтому вам надо заняться Артемом. Ясно. Я вас еще не отпускал. Я отпустил Зиму. Поэтому ужина сегодня не будет. Пойдите, приготовьте что-нибудь поесть. Вы же сами говорили, это не входит в мои обязанности. Я вам заплачу. Не стоит. Воспитанные люди спрашивают, прежде чем войти. Ну, значит, я не воспитанный. И потом, это мой дом. Это не дает вам права врываться ко мне в комнату. Какая же ты хитрая девушка. Притворяешься такой доброй, хрупкой. А на самом деле, это все игра. Игра. О чем вы говорите? Ой, ладно, будто бы ты не понимаешь. Что, решила сыграть на моих чувствах? Поздравляю, у тебя это получилось. Я почти влюбился в тебя. Как же я в тебя ошибся. Если бы не Артем, расстался бы с тобой без сомнения. Сергей, уйдите, пожалуйста. Давайте поговорим утром. А что? Не хочешь слышать о себе правду, да? Какую правду? Ты меня обманула. Ты лживая. И расчетливая. Я лживая? Да.
Это вы невоспитанный, неадекватный человек. Я не хочу вас больше видеть. Что, хочешь уйти? Да пожалуйста. Скатертью дорога. Я ухожу. Вот ключ от машины. Подожди. Вот тебе за работу. Не хочешь, ну и не надо. Пусть тебя теперь твой любовник содержит. Сереж, это я. У нас через 2 дня суд. Нам нужно кое-что обсудить. Приезжай ко мне, дома все обсудим. Да, хорошо, я сейчас подъеду. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Он будто бы с цепи сорвался. Может, Мила что-то подстроила? Он не разобрался, а ты попала под горячую руку? Может быть. Почему? Почему я такая доверчивая? Ну, Таш, ну не переживай. Время все растает по местам. Он очень меня обидел. Он сделал мне очень больно. Ну, а что будешь дальше делать? Искать новую работу. Ну, правильно. Молодец. А сейчас давай попей чайку и ложись спать. Знаешь, ничего не хочется. Ни есть, ни пить. Слушай, а Игорь не против, если я поживу у вас несколько дней? Нет, конечно. Он к тебе прекрасно относится, так что живи сколько надо. Артём заснул. Серёж, я так по тебе соскучилась. Я даже не надеялась, что ты меня позовёшь. Да я сам не думал, не гадал. Ты какой-то напряжённый, расслабься. Я очень многое поняла. И впредь я буду самой доброй, самой ласковой. С Артёмом мы подружимся, вот увидишь. И няня нам больше не нужна. Может быть, ты заберёшь заявление о разводе? Посмотрим. Я не готов сейчас об этом говорить. Ну вот, то ты меня приглашаешь домой, то ты не готов говорить. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?
Я не знаю. Я к директору. А по какому вопросу? На собеседование. Пожалуйста, присаживайтесь, я вас позову. Спасибо. Давай руку. Ну, давай рюкзак понесу. Сам понесу. Как хочешь. Зачем ты приехала? Я буду снова жить с вами. Я очень люблю твоего папу. А меня ты не любишь. Кто тебе такое сказал? Мы можем подружиться. Нет, ты злая. Артем, хватит говорить ерунду. Садись в машину. Отпусти! Так. Я с тобой не поеду! Стой! Тебя папа в интернат даст! Ну и черт с тобой. Алло, Наташа? Привет. Слушай, я сейчас видела, как бывшая жена Захарова стала тянуть Артема за руку. Он вырвался и убежал в сторону парка. Нет, ты представляешь, эта стерва даже не пошла за ним. Села он в машину и сидит. Оль, я сейчас приеду. Извините, пожалуйста, а можно перенести собеседование? На эту должность есть еще один претендент. Если его не позовут после собеседования, то я вам позвоню и назначу время. Позвоните, пожалуйста, будьте так добры. Спасибо. До свидания. Прошу. Да. Серёж, это я. Я понимаю, что ты на работе, но случилась неприятность. Артём убежал. Как убежал? Ну вот так убежал. Я его пыталась найти, но его нигде нет. Почему убежал? Ты ему что-то сказала? Ничего страшного, я ему не говорила. Он просто не захотел со мной идти. Какой же я дурак. Наступил на одни и те же грабли. В итоге все стало еще хуже. Я просила дать мне немного времени. Да дело не во времени, а в том, что ты его никогда не сможешь полюбить. Ведь я же знал, что все так закончится. Ну я же стараюсь. Я этого не заметил. Просто ты вообще не умеешь любить. Ну я же тебя люблю. Прощай. Серёж! Серёжа! Оля, я уехал. А, Сергей Юрьевич, у вас еще встреча. Погодите. Я уехал. Тёма, ну что ж ты убежал? Тебя все потеряли. Но, слава богу, ты нашелся. Да я и не терялся. Почему ты убежал от тёти Мины? Я ее не люблю. Зато тебя очень сильно любит твой папа. И он сейчас очень сильно переживает. Я ему не нужен. Ему нужна эта тётя Мила. Ты глупости сейчас говоришь. Ты для него самый родной человек. Идем домой. Можно к вам домой? Мой милый, у меня сейчас нет дома, я живу у подруги. Но если хочешь, я буду приходить к тебе в гости. Идет? Правда? Конечно. Идем греться. Подожди, я позвоню твоему папе.
Есть. Да, я слушаю. Сергей Юрьевич, Артём у меня. Фух, ну слава богу. А то же я хотел ехать в полицию. Как он, нормально? Да, с ним все в порядке, он просто немного замерз. А где вы сейчас? А мы будем в кафе, тут недалеко от парка, вы знаете? Я знаю, где это. Сейчас приеду. Что-нибудь закажете? Здравствуйте. А у вас есть пирожные? Да, конечно. Какие? Какие будешь пирожные? Мне с вишенкой и шоколадом. А тебе не слишком много будет? Одному? А это не только для меня. Это и для папы. Будьте добры нам с вишенкой и шоколадом. И чай. Хорошо. Артём, ну куда ты убежал? Я волновался, хотел звонить в полицию. Хорошо, что Наташа нашла тебя. Ну что случилось? Нам не нужна тётя Мила. Она плохая. Пусть возвращается Наталья Николаевна. С тетей Милой я расстался. Значит, она больше не придет к нам в дом? Да. Больше не придет. Но и заставить Наталью Николаевну вернуться к нам я не могу. У нее своя жизнь. И, возможно, мы ей не нужны. Я тоже очень сильно скучаю по Артему. Видишь? Она без меня не может. Она может навещать тебя. Я хочу, чтобы мы были все вместе. Я тоже этого очень хочу. Но я обидел Наталью Николаевну. И вряд ли она меня простит. Значит, из-за тебя Наталья Николаевна ушла? Да. Я был неправ. Наташ, ты вернешься к нам? Не знаю. Пап, ну что ты как маленький? Надо же просто попросить прощения. Наташ, я понимаю, что обидел тебя очень сильно. Нам с Артемом очень важно, чтобы ты вернулась к нам. Прости меня, пожалуйста. А ты можешь объяснить, почему ты обвинил меня во лжи? Я этого до сих пор не понимаю. Я видел тебя в кафе с молодым человеком. Вот в чем дело. Это просто мой знакомый. И между нами ничего не может быть. Правда? Ну, значит, я дурак. Ты простишь меня? Прощу. Тогда едем домой. Едем.
Подождите. Ой, мамуля. Мам, привет. У меня? Хорошо. Давай я тебе попозже позвоню. Идем. А ну-ка, Тёма, догоняй меня. Догоняй, догоняй, догоняй. Поймал. Ракета. Полетели. Ух ты. Полетели. Ой. Давай рюкзак. Давай ручку.